Мы сейчас споем детскую школьную страшилку. Вот. А я просто, когда осваивал первый раз в своей жизни курс молодого отца, так сложилось, что дочку надо было отправить в школу. Мы с ней были дома одни, мама у нас уехала. Вот. И я решил, что это надо сделать. Поставил будильник. Один на 7 утра, второй хотел очень ночью посмотреть хоккей наших с канадцами. Поставил на 3 ночи. Будильник прозвонил, естественно, я до этого заснул, я забыл про хоккей, понял, что пора вставать в школу, зима, темно. Собрал дочку заплаканную, которая сказала, что она хочет в школу, и отправил. А раньше детей же можно было отправлять одних в школу. Я сам ходил в детский сад 4 года один. Вот. А у нас так, а это было в Екатеринбурге. Нет, это на самом деле это хирургический факт. В Екатеринбурге. То есть для того, чтобы ей дойти до школы, бедная. Вот. Ей надо было, во-первых, пройти, зима скользкая, ей надо было пройти вообще дома этот стадиончик такой небольшой, потом перейти через железнодорожные пути, скатиться на попке с горки. Вот. Подняться вверх по ступенькам, которые вырублены, и дойти до школы. Ну вот, а я спокойно лег спать. Я про хоккей забыл, спать хоть. Вот, короче говоря, через минут, наверное, 40, может быть, через час я уже сплю, вдруг звонит звонок в дверь. А она не доставала до звоночка, ей было 8 лет всего. Вот, звонок в дверь, звонит дворничиха. Которая орет, девчонка, орет, плачет просто несчастная. И совершенно страшно не было. Но школу ей не открыли, ее не пустили. Она пришла домой, она ревела, просто рыдала. Ей было обидно, безумно, что ее вот не открыл ни сторож, никто вообще. Вот эту школу. Вот. Но с тех пор я не остаюсь с ребенком. Один самое большое, что я делаю, это иногда забираю из садика, но уже на курсе молодого отца номер 3. А, Максим, споем? Портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике. А все шагают налегке, а все шагают тут и там, и просто так, и по делам. А возле дома номер 2 стоит автобус номер 2 и пароход издалека дал почему-то 2 гудка. А ноги тащатся едва, а ноги тащатся едва, и опустилась голова, как голова у цифры 2. А все шагают тут и там, и просто так, и по делам. А кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает. А кто-то покупает. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике. Шагаю